Здравствуйте, товарищи! С вами Белый землекоп. Сегодня я вас приглашаю принять участие в поиске сокровищ в мрачных, глухих, дремучих лесах Республики Гондурас, в которой, как вы знаете, я проживаю уже около 8 лет, и которые полны диких, опасных животных и не менее опасных скронов наркокартелей. Погнали со мной! Ну что, товарищи, я уже приехал в лес. Сегодня я хочу покопать, если вам видно, вот эти вот 4 хутора, которые друг напротив друга стояли. Я нахожусь от них где-то в 400 метрах. Расчехлился уже, сейчас пойдем. Да, хотел передать привет своему подписчику Вячеславу Кудрявцеву. Слава, привет! Спасибо за комментарии, за дельные советы. Роем. Второго я еще не дошел в том месте, где расчехлялся. Вот. Начинается металл. Блин, место, где расчехлялся, вообще все звенит. Там еще пару пластинок откопал. Сегодня плюс 31, приходится в куртке ходить, чтобы комары не жрали. Ну, в принципе, в лесу нормально. Смотрим. Смотрим, блин, там тоже такие же пластинки. Ладно, идем на хутор, нифига. Карту еще не смотрел, но мне кажется, я в районе хуторов. Вон там вон камни какие-то и сигналов куча. Это бы я сказал цветной даже. Посмотрим. Ух ты! Неужели это сейчас еще одной уздечки? Я в прошлый выход нашел. Тоже кольцо вставлено, тут между собой соединены. Блин, прикольно. Ну вот где я от хуторов метров 100, наверное. Тут дорога шла как раз. Идем дальше. Приближаюсь к хуторам. Там, конечно, я предполагаю, что 4 в одном месяце там копано-перекопано, но это ни о чем не говорит, что ничего не найду. Много сигналов. Я уже каждый гвоздик не снимаю. Сейчас пару гвоздей откопал. Что-то на поверхности лежит. Дерево гнилое. Тоже гвоздик какой. А нет. Пачка сигарет, блин. Еще курили, даже непонятно. Неважно. Блин, гляньте. Это вроде подкова же ребенка. Такая малюсенькая. Офигеть. Я, как вы знаете, подковы собираю. Ну, наверное, тут не хватает, потому что не может же быть такая маленькая. Его ж не подковывали, как он только родился, блин. Ну, в смысле, тут продолжение немного должно быть. Уже почти вышел на фундамент, где-то здесь. Метров 20-30. Вот тому подтверждение. Чугунок. Посуда. Фу, жарко. Офигеть, товарищи, еще одна подкова же ребенка. Я их всего за жизнь 2 штуки находил, хотя сколько я копал, ну, блин, маленькая такая, аккуратная. Что-то там трещит, грибники, может. В Гондурасе тоже за грибами ходят, кстати. Смотрите, товарищи, какой валун здоровый, мне кажется, я нашел. Эти фундаменты.
так много. Это что такое? Так, ну что? Тупит GPS опять. Ну, сейчас так визуально найду. Четыре фундамента, мне кажется. Не найти это. И мой любимый старинный квадратный гвоздь. Куча какой-то проволоки. Вот круг из проволоки. Что это такое, интересно? Муравейник большой, высокий, почти метр. Короче, дома вот здесь. Сейчас пойду туда. Вышел я на поляну, и вроде карта показывает, что здесь. Смотрите, валуны лежат. Не засажено. Сигналы есть. Сейчас буду рыть здесь. Смотрите, что под камнем лежало. Что это за фигня, интересно. Весит килограмма полтора. Блин, если тут фундаменты, я от жары, конечно, офигею. Сейчас надо раздеваться, запаливать от комаров. Ну вот возвышенность, это один из фундаментов. Сейчас туда пойду гляну. Вот если видно вам, это они есть. Видите, даже лес за это время не вырос. Ну хотя, может, не сажали, когда вокруг сажали. Все, кроемся здесь. Вон, гляньте, валун посреди поляны. Блин, что-то сигналов вообще нету, ни черных, ни цветных, вообще никаких. Что за фигня? Что-то есть. Что-то по форме напоминающую монету. Но это не монета, что это такое? Шайба. Фу, надо раздеваться, жарище невозможное. Сейчас тут лагерь буду разбивать. Возьму дома почищу. Гайка, похоже. В этой же ямке пищит с гайкой. Смотрите, копнул вон кувшин. Я сейчас, возможно, на фундаменте нахожусь. Рамка для камеры. Для гребня. Ну что, короче, здесь останавливаемся на день. Следов раскопок я еще не видел, чтобы где-то металл под деревом лежал. Фу, пойду раздеваться. Невозможно. Женщина. Смотрите, какая-то странная фигня. Вот это вот металл. Вот это вот с виду тоже металл. Слоится. Или это не металл? Да металл, блин. Ой, классное место. Главное, что следов копа пока не находил. Куча металла. Еще какая-то фигня. Блин, это тоже кусок уздечки, не? Что мне на конину везет в последнее время. Опа. Да, это кусок уздечки. Вот тут они между собой соединяются, это половинка. Класс. Сейчас в режиме монеты побегаю. Ямы пока, чтобы ориентироваться, закапывать не буду. Как буду уходить, закопаю. Ой, классное место. Блин, рад, что пришел сюда. Что-то там же, где уздечка звенит. Смотрите, вот какой-то кусок стекла. Рыть бы пузырьков каких-то. Смотрите, вторая часть. Блин, я лопатой по ней ударил. Она, может, и соединена была. Видите? Вот она была. Класс. Хороший сигнал.
Ой, как мне это место нравится, а. Представляете, за 100 лет не заросло, блин. Копать очень тяжело, дерн, трава. Заросшая возвышенность, это фундамент, наверное, был. Что-то показывает, сверху лежит. Жарко, блин. Что это такое? Ни хера проволока. Что это, блин? Вау, смотрите, ухват. Блин, ну я думаю, ну как ухват не выкопать? Может, тут точно не копано. Хотя, может, кто-то по цветным металлам только ходит. Я копаю все металлы. Ухватик заберем с собой. Ой, еще идет. Пошел в режиме монеты, вот что-то цветное, типа. Извините, ух ты, это что, пряжка, что ли? Смотрите. Я думаю, немножко отмочить, и эта штука будет двигаться. Пряжка. Класс. Ой, блин, на солнце невозможно, вы не представляете. Посижу 2 минуты, покурю в теньке. Какая жарища, фух. Похож на монетный сигнал хороший. Интересный сигнал. Ни хера не копается. Ой, блин. Сейчас бы на кумозере сидеть. Жарище невыносимое. Да ё-моё! Ну, что упало бы. Не понял ничего. Ай! Что она сверху лежит, возможно, кем-то откопана. Завес от дверей, видите? Ай, блин, комары! Завес. Видите, что-то еще здесь. Здоровое. Thank you.
Блин, комаров пипец. Смотрите, какой камень плоский. Ой, блин, тяжело на солнце. Ой, обеденный перерыв, надо в тенек срочно. Пипец, жарко. Вон, еще одна рамка для камеры. Где же монеты, а? Так на солнце не хочется вылазить, блин. Сегодня, наверное, 32-33 даже. Блин, показывал здесь что-то лежит. Да ё-моё, блин! Задолбала это ещё гунина. Встречаем очередной чугун. Ух ты, тут покрытие какое-то даже сохранилось. Поймали или что? Опа. Для монеты слишком большой, мне кажется, чугун упёс какой-нибудь. Блин, насыпь монетку, а лучше бы 4. Блин, что такое сигнал давал, а? А, еще и крапива там топала к комарам. Да не умею. Откуда цветной сигнал? Блин, задолбали чугуны, а? Ух ты, что-то внутри. Кирпич. Нифига себе. Гляньте, что это за инструмент такой, блин. Тут расплющено, сюда явно били. Офигеть, смотрите, дерево сохранилось или это металл с тех пор. А, это клин, офигеть. Заклинивали, ну, чтобы дерево расперло и держалось. А что это, блин? Рядом с инструментом лежала. Там какой-то сарай тут был. Еще гвозди. Еще какой-то клин. Фу, я нашел на поверхности. Что это такое, интересно? Возможно, кто-то до меня откопал. Ничего, хорошо. Квадратный. Хожу в режиме монеты, получу, отрыл. Что это такое, блин? Я пойму. Ну, а сигнал на монету похожий, но это вот
Блин, а я думал, это гильза. А что у нее за задница? Это что, она такая квадратная? Что-то с ней делали. Видите? Что за фигня? Ну, металл пищит. Под гильзой. Сейчас еще там глянем. Там еще стекло валяется. Наверное, тут дом был. А что вы там? Ой, как жарко, блин, невозможно. Что это такое? Какой-то инструмент старый. Сюда палка вставлялась. Сгнивший. Кандалы опять. Что это такое, интересно? Фиг пойми, тут дом был или сарай. Вот видите, стекло, какие-то камни плоские. Там какая-то пластина зарыта. А здесь вон прямо сверху несколько пластин. Возможно, кто-то уже откапывал до меня. Это что-то типа саперной лопатки, которую я откопал обух. Он маленькая, аккуратненькая. Все-таки, наверное, это сарай был. Оттуда сигнал какой-то. Может, тут печь была, потому что глина. Старое-старое сгнившее дерево. Это с ямки достал. Колечко одно. Гляньте, маленький молоточек. Я раз на поле нашел килограммовый, вставил туда ручку новую. Это тоже заберу. Блин, только непонятно, почему отверстие такое маленькое под ручку. Что туда вставлять? Металл, что ли? Вон, смотрите, какое узкое. Молоточек. Ну, на что он насаживался, блин? Каждая деревяшка не будет прочности иметь, я имею в виду по ширине. Все, что я нашел на поверхности, это привет от предыдущего копаря. Куча все сложено. Что вот это вот за фигня? Уже много таких штук находил. Бывает с крюком, бывает с кольцом. Что кольцо какое-то? Кольцо. А, какая-то пластина. Так, это что такое, блин? Неужели чугун целый, а? Не целый, уже идет. Поломанные можно, не бояться. Гнилой. Ай, комары, комары. Смотрите, какие руки настоящего землекопа должны быть. Грязные. Ой, сейчас покажу еще в режиме монеты, если что, буду скоро собираться. Нифига не накопал. Не, ну что интересное было, но монет, блин, нифига нету. Опять кольца. Что это за кольца, блин?
кувшинчик. А это что? Ну это ж не может уже такой маленькой подковой быть. Но очень похоже. Да? Заберем. Подковка. Есть еще там же еще одна побольше. Ну блин, это ж не подкова. Ну, для подковы слишком маленькая. У кого гусей что ли подковывали? Что это такое? Подкова же ребенка, она больше вот такая. Ну, очень похожа на подковую форму. Заберу себе в коллекцию. Осколки стекла, кувшинов. Возможно, кухня была тут. Ой, скоро собираться буду, невыносимая жара, блин. Я на самом солнце. Ай, еще без шапки. Ой, блин. Кувшинчики, кувшинчики. Ух ты. Может, тарелка какая была? Копать бы целую бутылку, блин, убито. Вот стекло. Вот стекло. Ой, блин, как же. Так, что тут у нас? Ух ты. Металлоискателя. Смотрите, уголь. Кто-то 100 лет назад тут что-то жёг. Кухня, наверное, была. Еще бутылочка. Даже какая-то надпись есть, но надпись не разберу. Все, товарищи, собираюсь я уже домой, жара невыносимая. Блин, можно было бы еще тут покопать, но на самом санцепёке стоять, ну его нафиг. Место это я помечу, сейчас ямки закопаю, еще обязательно сюда приеду. Вот, всем спасибо за внимание, спасибо за лайки, за комментарии. Панки хой, до новых встреч.